Чебоксарах родился Добрыня Никитич. Во время регистрации ребенка родители объяснили, что выбрали это имя своему малышу в честь былинного героя. И оно удачно сочетается с отчеством. Родители уверены, ребенка ждет большое будущее. И окружающие пусть не сразу, но со временем поймут силу этого сказочного имени. Самые популярные имена, которые выбирают родители своим детям – Артем, Егор, Кирилл, Дмитрий, Никита и Максим. В тройку лидеров среди девичьих имен входят Анастасия, Анна, Виктория. Также не теряют популярности и Мария, Полина, Елизавета, Софья. Среди маленьких жителей столицы есть и носители оригинальных имен – Аэлита, Аиша, Злата, Милаша, Алик, Арсен, Алихан, Баграт. В 2012 году в Чувашии были случаи, когда родители давали своим детям имена языческих богов. В Чебоксарах впервые появился Тор, а в Новочебоксарске – Афина.